Да, зайти, а зайти можно в магазин, блядь? А можно войти в магазин, блядь, без перекалы? Я так в ваш магазин не хожу. Вот она второй этаж. Что за хуйня-то? Прямо прибежите в дорогу в магазин. Ты у меня столько денег, что ли? Вот и туда-сюда. Удивительные дела. Ты закупировали целый, блядь, это самый комплекс торговый, блядь. Иду пройти к товарищу, который в отношении к ним не имеет. А ну да, симптом, я как-то понимаю, я сейчас еще ответчик, кстати, я с Чищенко работаю, типа. Вот, но я думаю, что ответчик находится еще ближе. Касательно магазина Шан. Нет, нет, он не здесь, он еще ближе. Он прямо у меня на участке. Удивительные дела.